Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня... Хорошо, сегодня получается пятый день влога. Я начала в среду, за четверг, пятницу, субботу, воскресенье. Воскресенье пятый день. Я, скорее всего, пятый-шестой день соединю вместе. И на этом закончу влог, потому что София заболела. Она лежит, кушает палочки. Вчера она блевала, сидела на ковре, играла, мы с ней вместе сидели, и она блеванула. Вот. И я что-то себя плохо чувствую, видимо, какой-то вирус ходит по Турции, не понимаю, грипперон сейчас принимаю, но завтра поедем на автобусе в больницу, можно, конечно, дойти, да, но... Съездим на автобусе, тем более у меня на карточке деньги есть, так съездим. Вот, поэтому такой влог будет, наверное, небольшой. Опять больной влог. Как раз сегодня я выставила, сегодня 20... Нет, сегодня 30-е. Да, сегодня 30-е, завтра 1 октября, но этот влог выйдет уже в октябре, когда мы уже выздоровеем. А сегодня я выставила влог, когда я болела тоже. Сначала София поболела, потом я заболела. Потом вроде мы все выздоровели, потом вот у нее жидкий стул, потом она заболела, потом и я сейчас заболела. Но не потом, а сейчас. В общем, лежит, болеет, никуда не хочет идти, даже к детям не хочет идти. У меня тоже какая-то слабость, я не знаю, вроде живем, как говорится, теплый край, да, море, фрукты, овощи, все тут. А, пить? Все вроде есть. Че болеем? Не знаю, может, какие-то витамины нужны. Может, вы посоветуете? Хотя надо с врачом советоваться. Какие-то, может, витамины купить. Я просто за водой пошла, извиняюсь, темно. Вот, может, завтра спрошу врача. Сейчас я глотну. Тоже все время пью. Какие витамины может попить, чтобы иммунитет чуть-чуть поднять, потому что что-то вообще иммунитет какой-то такой слабенький. Она хорошая. Попи. Вообще не понимаю, что такое. О, как она пьет. Полусидя, полулежа. Вернее, полулежа. Вот так вот. Все? Конечно, я не... Муж купил ей эти палочки сырные, соленые. Мне надо. Ну, они соленые, София. Очень соленые. Мы уже тут положили ковры с мужем с утра. Ну, как с утра? Вот. Надо мне убрать с днем рождения уже. Ну, они как бы не новые ковры, но все равно постелили. Там стало. Плюс еще... резко меняется свет. Постелили здесь ковер, получается, он такой длинный. А сюда мы постелили сейчас. Муж тут выбирал вещи себе. Сюда мы постелили как бы один ковер, а этот очень теплый, ну вот, чтобы он наоборот еще тепло делал, как бы, когда особо будет работать, то ковры, они очень хорошо держат тепло, и поэтому один вот ковер тоненький, а другой ковер такой шерстяной, он будет держать тепло. Вот, поэтому вот так вот. Ладно, мои дорогие, включу себя попозже. Вчера я делала картошку в духовке, так уж просто вчера не показала. Вчера делала картошку в духовке, суп тарана чорбас, добавила туда нут. И салат сделала. Вот. А сегодня я не знаю, что буду делать. Посмотрим. Кабачковые оладьи, может, сегодня сделаю. София, сядь и пей. Ой. Ты что болеешь, кукла? Так что вот так вот. Стирку тоже постирала. Ой, так хорошо сидеть. Настирала белье. Надо еще цветное постирать. В общем... Только дело, ничего не хочется делать. Вот уже 5 минут влога наснято.
Не знаю, сегодня, может, сниму, что приготовила. И завтра уже скажу, что врач сказал. Просто объясню ему, что она, ну, болевала, то, что поносила, слабость у нее. Вот. Скажи всем привет. Хочешь? Не хочешь? Вот, так что я тоже скажу, что у меня... Ладно, я грипферон принимаю. Хочу спросить про... про витамины. Какие витамины бы принимать мне? Но у меня на группу Б аллергия. Поэтому не знаю, какие мне витамины принимать, чтобы постоянно вот так вот не болеть. Осень. Резко пришла осень, резко похолодало. Ну, не холодно, но значительно прохладнее стало. Вот, жары уже такой дикой нет. И, ну, вчера сильный дождь был. Погода такая прохладная, поэтому... Ладно, ладно, мои дорогие. Пока я отключусь, посижу с Софикой. Я, кстати, хвостик собираю, волосы. Муж сказал, что они, когда у тебя распущены, они тебя полнят. Такая длина. Вот, пока я буду ходить в хвостики, чуть-чуть отрастут, вот посюда уже, тогда я буду распускать, будет очень красиво. Что-то коротковато я как-то так маханула, ну ничего. С хвостиком тоже забавно. Какой-то новый имидж. Буду что-то придумывать, чтобы интересно выглядело. Ну, сегодня вот так вот. С хвостиком. Ладно. 7 минут. 7 минут много. Ладно, мои дорогие, я попозже включусь, наверное, покажу, что приготовила. Ой, не знаю. Посмотрим. Вот. Так что желаю вам не болеть. Что ж, сегодня следующий день, совместила 2 дня. Да. А, София играет. Она говорит, не знаю, что такое Белю. Что она придумала? Болу — это город такой. Что ты говоришь? Беля. Беля? Беля. Что это такое Беля? Непонятно. В общем, играет она в пластилин. Да. Кровь мы сегодня не сдали. От запора. Ну, дефолак пить. А ничего. Здорово. Потому что здесь медицина непонятная, поэтому... Мне она не нравится. Угу. Лечат сразу антибиотиками. В принципе, она уже, ну, не блюет и, ну, не поносила, поэтому... Ну, что скажет врач? Все нормально. Так-то врач хороший, но как бы лишний раз, может, и хочет таблетками пичкать. Не знаю. Я не врач. Вот. Оливковое масло, чтобы прокакаться. И все. А так она себя хорошо чувствует. Я ей все равно даю грипферон. И сама принимаю. У меня что-то тоже. Папа! Насморк. Приклеился. Баба! Баба сейчас придет. Извиняюсь, у меня там корзина с бельем, я уже постирала белое. Ну, машинка постирала, я уже собрала. Цветное сегодня собрала. А? Белое дать? Желтое? Давай. Пойду, сохнет, 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 конечно. Но она так любит. Пластилин он весь иссохший. Стой. Так что мы будем играть. Сварила я куриный суп. У меня тоже чуть желудок. Я тоже сейчас таблетки пью для желудка. Вот, так что будем поправляться. Вот, и я надеюсь, вам понравилось. Понравилась неделя влога. Давай ты режь теперь. Кака. Ну все, на этом я точно закончу влог. Вроде как она собралась какать. Садись, какай. Дай бог, чтобы покакала, чтобы восстановился стул. Да, я помню, Аня говорила, что есть другой марки, подешевле, но я их тоже купила по акции. У меня еще спрятаны, поэтому буду искать. Ту марку не нашла в Тарасити. Вот. Может, в других каких-то магазинах.
А, еще раз посмотреть внимательно. Ну, правда, смотрела, одно Play-Doh было. Все, больше никаких марок не продавалось. Так что вот, пока ими поиграем. Уж если все засохнет, то купим другой марки пластилин. Вот, мои дорогие, спасибо, что вы были эту неделю с нами. Я заканчиваю влог на этой позитивной ноте, на такой солнечной. У нас сильный ветер, тучки идут. Так, я надеюсь, что видно, что тучи идут. Чуть-чуть подзастыл телефон. Сейчас. Ну что ж, мои дорогие, спасибо, что вы были эти дни с нами. Хорошего такого же вам солнечного настроения. Спасибо, что вы у нас есть. И увидимся в следующих влогах, которые я буду выставлять, ну, по возможности. Не каждый день, но буду стараться баловать вас влогами. Так что спасибо вам, дорогие, и пока-пока.